Югорчан ожидают жаркие выходные. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в южной части округа будет выше 30 градусов. Ночью до плюс 8. А вот на востоке будет прохладнее. Там столбик термометра днем поднимется только до плюс 15 градусов. Ночью похолодает до 2 градусов выше 0. Также по всему округу ожидаются кратковременные дожди. Местами грозы, ветер умеренный.